Всем привет! Сегодня мы поговорим об изменениях, которые произойдут с нашим телом, если бросить курить. Также мы расскажем о плюсах и минусах избавления от зависимости. Поэтому, чтобы не упустить главных моментов, рекомендуем досмотреть это видео до конца. Курить вредно. Этот факт не опровергает даже заядлый курильщик. Пристрастившиеся к табаку люди прекрасно знают, за что они платят немалые деньги, приобретая источник горьковатого дыма. За повышение риска заработать онкологию, умереть от инфаркта или инсульта, получить функциональный и органический разлад в работе организма. А вот о том, что происходит с организмом, когда бросаешь курить, знают только, пожалуй, доктора. Что происходит с организмом, когда бросаешь курить? Американские ученые доказали, что отказ от табака в любом возрасте, при любом стаже курения и количестве выкуриваемых за сутки сигарет принесет организму только пользу. Да, тело курильщика никогда не вернется в исходное состояние и не станет таким, как у никогда не курившего человека. Более того, последствия отказа от курения будут напоминать о себе еще на протяжении 8 лет после последней выкуренной сигареты. Однако работа органов, тканей и клеток организма без никотина постепенно налаживается. Он быстрее восстанавливается после физических нагрузок, повышается психологическая устойчивость, улучшаются внешние данные человека. Резкий или постепенный отказ от курения не сулит человеку ничего, кроме исцеления от зависимости, получения шанса жить дольше, лучше, богаче. Неприятные симптомы. Другое дело – моральный дискомфорт. Он у курильщиков является первой причиной срывов и возвращения к пагубной привычке с прежней, а то и с удвоенной силой. Проявляет он себя следующим образом. Апатичное настроение, депрессивные расстройства, раздражительность, нервозность, отсутствие усидчивости, нарушение концентрации внимания, нарушение сна, появление комплексов и неуверенности. Эти симптомы являются неотъемлемой частью расставания с табаком, и именно их появление отождествляют со страданиями без сигарет, образно называют ломкой. На самом деле, подобные последствия отказа от курения во многом работа психики. Например, держать сигарету в руках и пускать дым – психологическая привычка. Отсутствие возможности совершить один из любимых ритуалов – повод для стресса и неприятных ощущений. Но при правильном настрое на отказ от никотина даже такие неприятности быстро сойдут на нет, уступая положительной динамике восстановления организма. Никотин – легкий наркотик, оказывающий стимулирующее действие на нервную систему. Естественно, без регулярного его поступления в организм человек может чувствовать подавленность и апатию. Однако это временное явление. Спустя 3 недели уровень нейромедиаторов вернется к физиологической норме, а психологическое состояние бывшего курильщика стабилизируется. Единственным негативным последствием отказа от курения выступают временное чувство подавленности и психологический дискомфорт. Но и они проходят через 3 недели, сменяясь гордостью и уверенностью в собственных силах. Когда ждать перемен к лучшему? Положительные изменения в теле происходят стремительнее по мере увеличения срока жизни без табачного дыма. Начавшись вскоре после выкуривания последней сигареты, они продолжаются несколько лет. Если рассматривать их поэтапно, можно выделить несколько самых примечательных моментов. По часам. Перемены в организме можно отследить даже по часам, они следующие. Через 20 минут начинается переработка и выведение никотина. Уже через час его доза в крови снижается в половину. Как раз в этот период возникает очередное желание покурить. Через 10 часов кровь очищается от никотина, возрастает уровень насыщенности ее кислородом. Через 13 часов полностью нормализуется артериальное давление, устраняется гипертонус стенок сосудов. По дням. Если рассматривать, что происходит, когда бросаешь курить по дням, наблюдается следующее. Через день нормализуется скорость и сила сокращений сердца. Через 2 дня обостряется обоняние и чувствительность вкусовых рецепторов. Через 3 дня повышается уровень потоотделения, что связано с активизацией детоксикационных процессов. Через неделю заметно улучшается состояние кожи лица, ее цвет, также наблюдается улучшение запаха кожи тела. По месяцам. Восстановление организма после отказа от курения также можно охарактеризовать по месяцам. Через месяц
Улучшается внешний вид бывшего курильщика, устраняется мокрый кашель, нормализуется состояние иммунитета. Через 2 месяца происходит полное очищение крови и сосудов. Ткани организма очищаются от токсинов, нормализуется обмен веществ. Это приводит к стабилизации аппетита и процесса пищеварения. Человек возвращается к привычной массе тела. Через 3 месяца заметно улучшается функционирование мозга и мышц. Память становится лучше, а мыслительные процессы быстрее. Мышцы становятся более эластичными, лучше восстанавливаются после физических нагрузок. В это время не рекомендованы интенсивные занятия спортом. Лучше уделить внимание длительным пешим прогулкам. Через 4 месяца заметно белеет зубная эмаль, возвращается нормальный цвет ногтевых пластин. Полностью нормализуется гормональный фон после никотинового сбоя. Через 6 месяцев наблюдается восстановление клеток печени, нормализация деятельности желчного пузыря. В целом, полностью организм очищается приблизительно за год. В последующее время происходит оптимизация и восстановление функций тела, пострадавших в результате воздействия токсических веществ. Через 5 лет после отказа от сигарет риск развития онкологических недугов сокращается втрое. Как помочь телу стать здоровым? Согласно отзывам докторов, специальные манипуляции для восстановления организма при отказе от курения не требуются. Достаточно предотвратить повторное попадание ядов, а это значит отказаться от сигарет раз и навсегда, без всяческих поблажек и отступлений от цели. Природа сделает все сама, а тело успешно очистится и станет намного здоровее. Задача бывшего курильщика – обеспечить стабильность эмоционального состояния, поскольку от этого зависит общий успех начатого дела. Для этого требуется избегать стрессовых ситуаций, отказаться от пассивного курения, занять себя приятным делом – хобби, увлечение, йога. Специалисты рекомендуют также временно избегать курящих компаний до той поры, пока человек будет чувствовать себя уверенно в обществе курильщиков. К мерам, помогающим повысить эффективность детоксикационных систем организма, относят употребление увеличенного количества жидкости, рациональное питание, прием отхаркивающих препаратов на травяной основе, регулярное посещение бани или сауны при отсутствии противопоказаний, прием поливитаминных препаратов. Восстановить организм после курения помогут длительные прогулки пешком, плавание, езда на велосипеде и конный спорт. Эти виды занятий считаются щадящими для всего организма, способствуют очищению легких и бронхов, нормализуют кровообращение во всем теле. Еда с повышенным содержанием белков и растительных жиров необходима не только для предотвращения набора лишнего веса, но и для нормализации работы иммунной системы. В первый месяц после отказа от табака следует особенно пристально следить за рационом и беречься от простуд и инфекций, так как иммунитет находится в ослабленном состоянии. Надо сказать, что уже ко второму месяцу защитные силы организма активизируются и работают в нормальном режиме. То, что происходит с организмом, когда бросаешь курить, ведет только к положительному результату. Все органолептические системы активизируются для своего восстановления и успешного начала новой жизни без наркотических веществ. Физиологический дискомфорт в первые дни после отказа несравним с психологическим. Вместо приобретения специальных восстанавливающих лекарств лучше заняться подготовкой почвы для стабильного эмоционального состояния и поиском мотивации для решительного отказа от сигарет. Друзья, вам также может быть полезно другое наше видео о вредных привычках, которые разрушают наши почки. Оно появится у вас на экране, а также ссылку на него я оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Дальше будет еще много полезной информации. До новых встреч!